Томские и калпашевские ветераны футбола провели товарищеский матч. Команды встретились на городском стадионе 5 августа. Мероприятие было посвящено памяти ветеранов калпашевского футбола. В рамках торжественного открытия спортивного мероприятия участников и зрителей поприветствовал председатель областной федерации футбола Руслан Киселев. Вы знаете, есть такая пословица: кто не помнит прошлого, у того нет будущего. Я надеюсь, то, что сегодняшний матч, который состоится, он будет традиционным, и мы будем проводить его ежегодно. Руслан Киселев вручил памятный подарок от Томской областной федерации футбола организатору мероприятия, создателю футбольного клуба «Калпашево» Сергею Петушкову. Еще один сувенир от федерации и ветеранов томского футбола был вручен выдающемуся нападающему футбольного клуба «Калпашево» Алексею Ковригину. Команды поприветствовали друг друга, после чего приступили к игре. Футболисты «Калпашево» были одеты в зеленую форму, «Томичи» – в желто-черную. Однозначного лидера на протяжении матча не было. В счете вели то «Томичи», то «Калпашевцы». За 3 минуты до окончания матча счет был 4-3 в пользу томских ветеранов. Однако гости нарушили правила в своей штрафной зоне, после чего судья назначил 11-метровый удар. На позицию вышел калпашевский защитник Александр Корнеев. Точный удар сравнял счет команд. Матч закончился со счетом 4-4. В серии послематчевых пенальти точнее оказались ветераны Томска. В рамках церемонии награждения были отмечены лучший вратарь калпашевский футболист Михаил Кузнецов, лучший защитник, им был признан наш футболист Александр Корнеев, лучший полузащитник, томский ветеран футбола Станислав Чайковский и лучший нападающий Василий Харитонов из Томска.